Ребенку где-то было 1,5 года. Он не отзывался на свое имя, не смотрел в глаза, был очень сильно гиперактивный, плохой сон, не играл с игрушками, не обращал ни на кого внимания абсолютно. Я начала бить тревогу, ходила по всем врачам у нас в Новокузнецке. Мне говорили: мама, успокойтесь, тревогу бить рано. Ребеночек маленький, все пройдет, все перерастет, все будет хорошо. Не бейте тревогу, живите спокойно. Но прошло полгода, прошел год, ничего не поменялось. Я начала сама искать методы выхода из этой ситуации. Мы ходили с ребенком на всякие реабилитации. К неврологу ходили, все анализы сдавали, то есть сказали, соответствует норме. Но каждому терпению приходит конец. Когда ребенок не спит месяцами, годами, я думаю, многие родители тоже узнают в данной ситуации себя. И хотелось бы сказать с родителями: не давайте никакие медикаменты ребенку, чтобы он лучше спал, потому что после отмены это вы получите большую-большую мину замедленного действия, потому что результат может быть самым плачевным. Ходили к местным, да? Врачам. Да, врачам, которые смотрели, говорили, что вот все нормально. Все нормально, как бы перерастет. Натропы, да. Уколы. Ну, нам много что назначали, но мы попробовали только минимум. Поняли, что это не наше, и от всего отказались. Я много бы что сказала бы нашим врачам, если они, конечно, бы услышали бы через это бы видео. Не делайте никаких ошибок, чтобы потом винить всю свою жизнь себя. Не колоть, не давать таблеток, никаких уколов в голову. Ну, назначают детям уколы в голову, чтобы наладить все мозговые процессы. Однозначно нет, потому что это... Это откат. Ну, полностью. Да, это реакция у детей разная бывает. И бывает, что это даже, наоборот, хуже становится. Как по практике видно. Поэтому лучше не делать это. Надо искать альтернативу, надо вот обращаться в другие какие-то центры, потому что одно и то же медикаментозное как бы лекарство – это не выход из ситуации. Надо какую-то терапевтию, то есть как бы что-то, какие-то занятия, либо какие-то центры, которые именно заинтересованы вот в этом плане. Мы были на реабилитации, и нам отправили сказку. Я открыла сказку, там Юсеф, я давай, не знаю, какая-то сила, наверное, я давай смотреть одну, вторую, третью сказку, давай смотреть, что такое центр Бэйр Давид, отзывы читать. Я поняла, что это наше, нужно ехать сюда. Я связалась с Давидом, он был на тот момент в Армении, нам пришлось ждать Давида, пока он вернется с Армении. Потом мы делали соответствующие документы, чтобы прилететь сюда. Все, мы прилетели, чему мы очень сильно рады. Я подбежала к Давиду, обняла его. Потому что это чудо какое-то. Дай тебе живот, будем там. Держи. Мне так тоже умею. Так внимательно смотрят.
Не убегай никуда. Не убегай, слышишь? Все, на сегодня хватит. Все-таки, я думаю, надо верить, что все поменяется, потому что... Верить в своего ребенка. Да. У нас просто в России говорят, что такие дети... Сдайте его в детдом, родите себе нового ребенка. Ну да, бывает такая жестокая правда. Да. Я думаю, родители в моих словах узнают себя. На самом деле это не все так страшно, как на самом деле. Наши дети очень умные, талантливые, и только нужно помочь. Пошли. Давай ручку. Пойдем к Исаку. А это выровняется? Ты это можешь, ну, прогноз, это может выровняться, да? Лежишь, я тебя лежу, молчу. Нет, давай, лежи, иди сюда. Лежи ровненько, давай руку опусти, да? Там, понимаешь, там как бы идут параллельно несколько процессов. Там как бы растут новые сосудики, значит, оттекает лишняя жидкость, которая, да, которая там скопилась, и, соответственно, поступает новая кровь. У него, конечно, в голове там слегка бардак. Ничего, они все это спокойно переживают. Родители это переживают хуже, но тоже переживают. Специалисты говорят, что это не самый тяжелый случай, что все восстановится. На это нужно время, но восстановится обязательно. Меняется, уходит гидроцефальный синдром, меняется активность коры головного мозга и начинают проявляться определенные положительные симптомы. Снижается тонус, улучшается походка, снижается гиперактивность, улучшается контактность. Ну, об остальных, я думаю, динамики расскажут родители. Лучше сюда один раз приехать, посмотреть своими глазами, чем потом жалеть всю свою оставшуюся жизнь, что ты кусать локти, что ты не прилетел, не помог своему ребенку. Ребенок сейчас пока будет развиваться. И на данный момент мы ему будем поддерживать всякими определенными занятиями, да, чтобы он развивался дальше. И да, и где-то через год, через полтора мы должны как бы вернуться сюда и также. Чтобы толчок развития был гораздо. Да, еще пройти выше. Новый уровень, чтобы он был более развивался. Ну, смотри, сегодня живот уже лучше. Сейчас, с одной стороны, еще левая его сторона немножко спазмирована. Угу. Но в остальном я уже хорошо как бы могу проработать все петли кишечника. Здесь у нас уже хорошая история. Чуть-чуть. Терпи. Молодец, умничка, ты мой молодец. Ложись только ровненько, чтобы ты мне не таскал. Умничка, молодец. Все, с этой стороной закончили. Ложись на животик, я тебе спинку помассирую. Давай, повернись. Поворачивайся. Молодец, умничка. Вот и молодец, да. Вот и молодец. Давай, мама хочет, чтобы ты лучше спал. Давай, я тебя помассирую. Чтобы ты немножко успокоилась. Садись, одевай носки. Садись, одевайся, пожалуйста. Давай. Давай ножку. Сам нет. У меня вот лично язык не поворачивается, сказать, что они какие-то больные, не такие. Они не больные. Они... Ну, я просто говорю, как говорят в России врачи. У меня не поворачивается. Они обыкновенные дети, просто им нужно помочь. Да. Вот и все. А ЮСФ с Давидом делают колоссальную работу, дают большую возможность детям стать нормотипичными, прожить обычную, ну, жизнь
жить, развиваться, все как обычно, ходить в детский садик, ходить в школу. Все вот этот центр дает ребенку такую возможность. К сожалению, мы прошли многое, чтобы реабилитировать своего ребенка. Нам есть чем сравнить. Я призываю всех родителей, у кого есть такие, прям призываю, чтобы посетили этот центр. Ради ребенка, то есть это, ну, понятно, что это высокие деньги, но это совсем маленькая капля, которую могут заплатить родители, чтобы ребенок стал нормотипичным и радовал родителей. Мы хотели бы сказать большое спасибо вам. Всем спасибо, кто работает именно в этом центре, кто помогает этому центру.